В лицее номер 12 состоялся слет активистов, юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В нем приняли участие дети из 32 школ округа. Подробнее в нашем сюжете. Основное правило ребята усвоили на зубок. В лицее номер 12 определят лучшие команды юных инспекторов движения. Как правильно оказывать первую медицинскую помощь и как безопасно переходить через дорогу, рассказывали школьники. Это первый этап конкурса. Обязательно надо, когда идешь по пешеходному переходу, надо держаться с правой стороны. Просто потому, что машины иногда могут заезжать на пешеходный переход. Я собираюсь получать права, потому что я же не хочу там где-то на автобусах, такси, хочу на своей машине так. Надо сообщать фамилию, сколько пострадавших. Я даже подсказывал родителям, какую скорость надо соблюдать. И они меня слушались. Возраст участников от 10 до 12 лет. В каждой школе округа существует отряд ЮИТ, где сотрудники ГИБДД в игровой форме рассказывают школьникам о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. ЮИТ – это юные инспекторы движения, которые помогают пропаганде и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди своих сверстников в школах. Первые 10 команд, занявшие призовые места в сегодняшнем этапе конкурсов, будут участвовать во втором этапе, который уже будет проводиться тоже на базе 12-го лицея. Второй этап состоится 11 мая. Участников ждет практическое задание «Вождение велосипеда» и творческий конкурс «Агитбригад». Лучшая команда будет представлять городской округ на областном конкурсе. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.